являюсь автором проекта «Реестр спортивной активности». Наверняка вы уже на сайте ознакомились с сутью нашей идеи. Но хотелось бы немножко подробнее рассказать, что мы хотим реализовать на время, которое нам предоставили организаторы. Кстати, организаторам отдельное спасибо за предоставленную возможность. Так вот, реестр спортивной активности. Что это из себя представляет? Идея как бы появилась тогда, когда я лично сам играю в футбол на любительском уровне, и вот у нас в Харькове есть такой турнир, называется «Металлист Лига». И вот 2 года назад, когда я принимал в нем участие непосредственно, у меня возник вопрос, есть ли вообще в Украине сайт, на котором была бы информация о любительских турнирах обобщена как бы в одном месте. Но, к сожалению, все мои поиски не увенчались успехом, и вот тогда, 2 года назад, мы как бы создали с нуля проект, который объединяет вот именно любительские турниры, игроков, команды в едином информационном пространстве, и все это как бы в открытом доступе. Любой участник может зайти туда, найти себя, зарегистрироваться, там поделиться своими какими-то спортивными достижениями с широкой общественностью. Но сейчас вот мы узнали, что есть такой замечательный проект, как Social Boost, и решили в нем принять участие, чтобы, скажем так, мы надеемся, что Social Boost нам даст какой-то толчок в развитии, и мы уже более широко смотрим на эту проблематику, и мы не хотим сейчас останавливаться только лишь на футболе, а вообще хотим обобщить на одном сайте весь спорт, который есть. То есть, что это из себя будет представлять? Первая концепция, которую мы хотим реализовать и понять, это именно карта активности. То есть, что это будет? Карта Украины. Человек заходит, например, там, в город, неважно, ровно, допустим, и видит, какие там есть в его городе спортивные комплексы, секции детские, стадионы, залы, бассейн, ну, то есть полная информация о спортивной инфраструктуре, о спортивной индустрии как в целом на одном месте. Второй аспект нашего проекта – это, безусловно, мы хотим, чтобы этот сайт был более интересный для людей, чтобы это было как бы такое спортивное комьюнити, в которое человек может проводить огромное количество времени, делиться своими там какими-то достижениями с другими людьми, приглашать их, например, на теннис, на занятия там танцами, допустим, будет реализован функционал поиска партнеров, поиска соперников. Ну, в общем, много у нас идей, как бы сейчас нету времени, чтобы все рассказывать. Но как бы, у нас уже есть концепция, которую мы написали. Хочу сразу сказать, что мы не написали ни одной строчки программного кода, чтобы быть в равных условиях со всеми. Поэтому, кому наш проект интересен, мы приглашаем нашу команду. Нам нужны программисты, дизайнеры и желательно, конечно, чтобы присоединился к нам маркетолог, который бы помог это дело продвинуть массы. Спасибо.